все резко перешли на английский язык. Но мне, кстати, нравится их язык, он такой классный. Такой какой-то у них мелодичный, такой приятный. Я, конечно, ничего не буду говорить, но вот белорусский мне не так нравится, как их язык, украинский. Да. Хотела такое поставить прикольное. Компьютер. А электронный почему? Ой. Что это написано? I'm from Belarus. Ты живешь в Минске? Нет, я скоро буду жить в Минске, потому что буду жить в общаге. Я у бабушки стою в Минске, живу, у нас там живет. Приятно очень. Спасибочки. Я просто понимаю, что вы хорошо. Окей. Мне 18 лет. 18 лет? Вот у меня, кстати, такое часто какое-то... Я не знаю, где-то в голове просто, наверное, уже... Что, типа, мне уже 18, и я еще такая, ничего не знаю, что делать. Хотя, ну, не знаю, могу как. Что очень многие уже... Я что-то как-то еще вот засела. Я не знаю. Как ваши дела рассказывать? Давайте мне каких-нибудь классных вопросов буду с вами болтать. На все темы. Ямочки. Они же уже идут. Не знала, что вы там такие ямочки увидели. Этого никогда не было. И вы меня заставляете. Мне нравится такой более женственный, классический. Раньше я любила такое широкое, классное. Слишком идеально. Раньше я любила больше такое широкое, чем шире, тем лучше. Ну и такое более... Не знаю... Ну, чтобы, блин, я не знаю. Молодежная такая классная. Хотя и молодежь, наверное, более красивая. Обычная, спокойная. Но сейчас мне хочется что-то яркое, как будто добавить. Не знаю. Привет. Что тебе сказать? Что вам рассказать, интересно? Творила. Мне 18. Гости хотят ко мне. И стул тут скрипит ужасно. Просто ужас. Как мне это? Не забывай. Меня зовут Полина. Хочу, чтобы эта копочка, она была прям вот так. Но она так не делается, поэтому будет вот так. Вот так, так есть. Этого я тоже кератина делала осенью. Он уже... Нет у меня кератина. Нет, тату нету. Пока что не хочу. Набери 20... Нет. Не хочу себе ни 20, ни 30 килограмм, нет, это вообще уже... Что я буду весить? 70-80 килограмм? Ну как, у меня темно-русая, у меня точно не светлая. Я с Беларуси, с Дзержинска. Спасибо. Спасибо вам за комплиментики всякие интересные. Hello. Нет, не хола, правильно, а ола. Ола. Нет, ола. Ты всегда читаю, как ты позабилила? Ола. В Нью-Йорк не собираешься? Ну, если вы меня зовете, приглашаете, так сказать, собираюсь. О, еще нет.
есть домашние питомцы? Да. Кошечка. Киса. Я могу ее достать. Не, я недолго убирала. Ну как? Привет всем с Украины, приветик всем. Как ты? Я хорошо. Не хочешь на меня сидеть? Спасибо. Боже, что у тебя хвост какой-то грязный? Я вижу двух кошек. Сосисочки. Привет, каким средством для губ пользуешься? Помадами в плане или что-нибудь там? Я учусь в Ильязе. Красивый кот. Да, и очень вредный эта кошечка. Я так люблю. У меня вреден собой карандаши. Знаешь, что нужно? Кошке, боже мой, год или сколько? Боже мой, сколько лет моей кошечке? Полтора? Год полтора, наверное, полтора года, может. Что именно? Я из Минской области. Порода бенгальская. Бенгальская кошка. Оттенок, боже, там 101-й карандаш, 102-й и коричневый карандаш на 3-й оттенок для проверки. Лучший вид спорта. Знаете что? Я очень жалею о том, что моя мама меня не отдала в гимнастику. Я сегодня это говорила, потому что я очень сильно болела, когда была маленькая. И не получилось меня никуда отдать в гимнастику. Я бы очень хотела сейчас быть, ну, понимаете, блин, это же спина. Это спорт. Я бы хотела. Что-нибудь такое сказать? А так не знаю, какой спорт. Ну какой спорт? Устроим голоса. Моя кошечка, моя кошечка. Смотрите, какая она красотка. Ну она такая вредная вообще. Такая милунка. Знаешь, какие я использую милунки? Ты веришь в хорошую женскую?